Какая красота! Оскар научился кататься на велосипеде. И теперь мы с ним можем ездить в лес, даже на перегонки. И так быстро у него получается. Шустрый такой. Всем привет! Можно сказать, что жизнь заиграла новыми красками. А все потому, что наш сын пошел в детский сад. Наконец-то мы дождались места для него. Ему уже было 3 года 5 месяцев. И наконец-то состоялся этот торжественный момент, можно сказать. Потому что у нас в Драйахе проблема с детскими садами. Так как некоторые мамочки уже давно просили меня рассказать о детских садах в Германии, я хочу уделить этому несколько минут. Раньше сын не ходил в детский сад, и я не хотела пересказывать чьи-то истории или чей-то опыт. Хотела сначала приобрести собственный опыт, а потом им с вами поделиться. В нашем городе детям предоставляют место и раньше в детском саду или в яслях, при условии, если мама работает. А если я не работаю, то можно с этим делом и подождать. Раньше конкретно в этом детском саду не было завтрака, родители собирали детям какой-то тормозок, как правило, это были бутерброды. Сейчас здесь есть завтрак, и до 13 часов в нашем детском саду пребывание детей бесплатно. И этот закон сделали буквально недавно для земли Гессен с августа месяца, по-моему, если я не ошибаюсь. Раньше это стоило 140 евро. Можно сказать, капитализм превращается в какой-то коммунизм. Это не во всех регионах так. В некоторых землях Германии уже давно детские сады до 17:00 абсолютно бесплатно. Не будем ходить далеко за примерами. Франкфурт на Майне находится буквально в 10 километрах от нас. И там есть детские сады, где пребывание детей до 15 или до 17 абсолютно бесплатно. Единственное, что оплачивают родители, это обед. В нашем детском саду фрай-концепт, что переводится как свободный концепт. То есть дети делают то, что хотят. Есть у них игровая комната, где они занимаются гимнастикой, хочешь — иди туда. Есть комнаты с игрушками, они могут остаться там. Хочешь играть на улице — иди на улицу. Детей привели, кто-то завтракает, кто-то играет, не хочешь завтракать — иди сразу играй. И за счет этого концепта нашему сыну там нравится. Нравится, потому что он там чувствует себя свободно. И нет каких-то определенных правил или строгой дисциплины. Я знаю, что некоторые мамы недовольны таким концептом, потому что детей там толком ничему не учат, они, можно сказать, сами по себе. Но многие дети на это не жалуются. Первый раз в садик Оскар пошел 3 сентября, и у него была фаза привыкания. Первые 3 дня я должна была ходить с ним по часу. Но в среду у меня был курс английского. Я записалась на курсы, которые проходят один раз в неделю, только по средам. И я попросила у воспитательницы: можно мне отъехать на пару часов, если он будет плакать или звать маму, то, пожалуйста, мне позвоните, через 15 минут я уже буду в детском саду. Она сказала: нет, мы не можем идти на уступки родителям, если мы будем постоянно со всем соглашаться, то вы будете хотеть от нас все больше и больше. В общем, они меня не отпустили, можно так сказать, нужно было еще у них отпроситься. Но перед посещением детского садика Оскар пошел в русскую школу 1 сентября, это была суббота. Он у нас туда ходит раз в неделю на 4 часа. И когда мы первый раз туда пришли, у них были ознакомительные занятия. Первое занятие проходило 2,5 часа. И они мне сразу сказали: уходите, здесь дети остаются без родителей. Я говорю: как, он же будет плакать, он не хочет один оставаться. Они говорят: мы с ним справимся, у нас уже богатый опыт, мы знаем, что делать с детьми в таком случае, мы его отвлечем. Можно сказать, они меня даже оттуда и вытолкали. Я говорю: Оскар, ну я пошла. Он: мама, не уходи сразу. А учительница мне стоит и говорит: ну кто же такое говорит детям, нужно уходить незаметно. Я говорю: ну как же, я обещала, что с ним останусь сегодня первый раз, я же не могу ему лгать. Она говорит: сейчас он начнет заниматься, а вы просто уходите. Если что, мы вам позвоним. Но когда в детском саду была эта фаза привыкания, четвертый раз я привела Оскара,
И он сразу расплакался: «Нет, мама, не уходи, побудь со мною», тянул меня за руку, и все, и воспитатели сказали: «Оставайся, потому что нельзя обманывать ребенка и незаметно уходить, обязательно нужно с ним попрощаться, обязательно нужно сказать чус, чтобы он видел, что вы ушли, так у ребенка формируется доверие к вам. А если вы будете незаметно уходить, то он не будет вам больше доверять. Он будет постоянно бояться, что вы сейчас куда-то исчезнете, искать вас глазами». Вот видите, два разных менталитета, русский и немецкий, и, естественно, разные системы воспитания. Там меня сразу вытурили и сказали «до свидания», а здесь наоборот сказали «оставайся, не то вы потеряете доверие». Ну, потом уже на пятый раз Оскар остался сам 1 час, потом я его оставляла на 2, на 3 часа. Вот сегодня он в садике 4 часа. Ура, наконец-то я могу заниматься спортом с утра, а не в 6 и не в 8 часов вечера, как я это делала. В такое время я уже была уставшая, но все равно я себя заставляла, я говорила, что другого шанса не будет, не теряй время. И вот, наконец-то, я могу проснуться с новыми силами, пойти заниматься спортом, а также монтировать свои видео, потому что раньше я этим занималась после 10 часов вечера. А так как одно видео нужно было монтировать несколько часов, то у меня на одно видео уходило несколько дней. И вы у меня еще спрашивали, почему так редко выходят видео. Я так поздно садилась монтировать свои ролики, потому что Оскар засыпает, как правило, в 10 часов вечера. Сначала Андрей его укладывает, сказки рассказывает, потом я прихожу, потому что он засыпает долго. Это может продолжаться час. И когда у меня уже заканчиваются все сказки и все идеи, тогда приходит Андрей или наоборот, мы, в общем, меняемся. Но раньше, когда он спал днем, если он подремает пару часиков днем, то он мог заснуть в 11 часов вечера, а то и в 11:30. Андрей тогда возмущался, говорит: «Я, когда был маленьким, я в 14 лет должен был идти спать в 19:00, меня мама уже сразу отправляла, а Оскару 2 года, и он до 11 гуляет». Ну это вообще парадокс какой-то. С 2,5 лет он днем не спит, поэтому он засыпает в 21:00, это раньше всего в 10 или в 10:30 вечера. И тем более он у меня еще такой, что он не может долго играться сам, ну максимум 30 минут. А потом начинается: «Мама, давай играться, давай бегать, давай кататься на велосипедах, давай драться». И нужно, естественно, все это движение поддерживать. А когда я занималась своими делами, что-то нужно было приготовить, или убрать, или погладить, то это постоянное нытье. «Ну когда ты закончишь? Ну почему так долго? Ну давай с тобой играться». И теперь я наконец-то все это могу делать спокойно до 13:00. Каждое утро у меня есть время на свои занятия. Еще также я делаю дистанционный курс, который длится 1 год. Курс называется «Filmproduktion Professional gemacht». Это продукция фильмов на профессиональном уровне. Я хочу сделать этот курс для того, чтобы развиваться в направлении видеографии, а также для того, чтобы углубиться в изучении немецкого. Детский сад — это, конечно, очень большая помощь мамам, но минус в том, что очень многие дети часто болеют. 3 недели Оскар походил в детский сад, и все, простудился, теперь кашель, насморк. И в детском саду они могут выбежать в одной кофте, когда на улице уже прохладно, хотя я его привожу в куртке. И воспитатели за этим не сильно следят. Я когда-то проходила мимо детского садика, было 13 градусов тепла, но ветер сильный был. Я даже в шапке уже шла. Я так посмотрела на детей, которые бегали там на детской площадке. Кто в кофте, кто в куртке в расстегнутой, без шапки. И я сегодня привела Оскара, говорю, что у него кашель. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы он надел куртку и с капюшоном. Она говорит: «Ну я ему, конечно, скажу, вы ему тоже должны сказать, но если он не захочет, мы не можем детей заставлять это делать». Еще одно отличие местных детей от детей в Украине в том, что
Многие дети в возрасте 3 лет имеют памперсы. Некоторые даже ходят сосками, даже в возрасте 4 лет. И когда мы пришли в детский садик, воспитательница спросила: у Оскара есть памперс или он уже сам в туалет ходит? Я сказала: он уже сам в туалет ходит. Она сказала: что, серьезно? Так и удивилась, и обрадовалась. Я говорю: ну, конечно, уже как больше года, наверное. Потом идет другая воспитательница, она и говорит: представляешь, Оскар уже сам ходит в туалет. Она: ой, да, как хорошо. Мне показалось, это реакция преувеличенная. А потом я присмотрелась: один ребенок, второй, третий. У нас есть соседи 3-летние, тоже все с памперсами. И тогда я поняла, чему они радуются. Сегодня выходной, мы решили провести этот день в Висбадене, административном центре федеральной земли Гессен. Это второй по величине город Гессена после Франкфурта. По состоянию на 31 декабря 2011 года население составляло около 280 тысяч человек. Название Висбаден буквально означает «луговые ванны». Один из старейших курортов Европы, в нем находятся 26 горячих и несколько холодных термальных источников. В Висбадене я была 2 раза. Первый раз более 3 лет назад, в октябре, а второй раз в этом году, поздно вечером, я снимала видео на юбилее. И как-то после посещения города осенью и в темное время суток я не успела разглядеть и оценить всю его красоту. В течение 19 столетия Висбаден так быстро превратился в один из важнейших курортов мира, что для удовлетворения растущих требований отдыхающих потребовалось строительство нового курзала – Курхаус. Фридрих фон Тирш, ставший знаменитым после строительства Мюнхенского дворца правосудия и проекта Берлинского Рейхстага, в 1902 году получил задание построить новый курзал. Великолепное здание нового курзала, построенное на том же месте и в похожем стиле, было торжественно открыто в 1907 году в присутствии кайзера Вильгельма II и предстало во всей своей красе. Большая часть этого уникального исторического ансамбля была разрушена во время воздушной бомбардировки в самом конце Второй мировой войны. После войны в здании велись временные восстановительные работы. Начиная с 1983 года в курзале «Курхаус» проводились строительные и реставрационные работы на общую сумму около 65 миллионов немецких марок. 4 декабря 1987 года прошло торжественное открытие нового курзала, сопровождавшееся неделей праздников и фестивалей. В старинных залах проводятся национальные и международные конгрессы, семинары, конференции, выставки, банкеты и торжественные приемы. Тем самым курзал доказал свою незаменимость в качестве центра проведения мероприятий на любой вкус. Казино Висбадена принадлежит к числу старейших Германии. Уже в 1771 году нассауские герцоги получили первую лицензию на проведение азартных игр. В своем романе «Игрок» русский писатель Федор Достоевский мастерски описал тот азарт, который испытывают посетители за игровыми столами. Этот сюжет в какой-то степени автобиографический, так как, находясь в Висбадене в 1865 году на лечении, писатель проиграл здесь все свое состояние. Рулетка, за которой Достоевский ловил каждое «делайте ваши ставки, господа», стоит здесь до сих пор. Сегодня оно располагается в бывшем винном зале Курхауза. Мы сейчас хотим подняться на гору. Высота горы Нераберг 245 метров. На вершину можно или дойти пешком по широкой тропе, или прокатиться на уникальном фуникулёре с водяным балластом, который работает здесь с 1888 года. Старые вагончики приводятся в движение за счет воды, которая наливается в верхний вагончик и выливается из нижнего. За счет разницы в весе верхний вагончик перетягивает наверх нижний. На пути почти в полкилометра фуникулёр преодолевает перепад высоты 83 метра. Таких фуникулёров, работающих без электричества, в мире осталось всего несколько штук. На вершине горы, помимо беседки, есть кафе, виноградники, парк и православный храм Святой Елизаветы.
1844 году состоялось бракосочетание герцога Адольфа Вильгельма Насаускова и великой княжны Елизаветы Михайловны, дочери великого князя Михаила Павловича. Но 16 января 1845 года Елизавета Михайловна скончалась при родах вместе с новорожденной девочкой. Герцог Адольф был настолько потрясен утратой, что решил построить церковь на могиле своей умершей жены. Уже вышли с церкви, Оскар побежал уже третий раз. Говорит, мне интересно, я пойду посмотрю, что там, а что это за фигуры, а почему никто не разговаривает, а почему тут так тихо. Тут есть даже парк развлечений для детей. Ну и для взрослых, я думаю, не только для детей. Очень интересно, я тоже хочу такое попробовать. Но я думаю, если Оскар сейчас увидит, то начнется истерика, он захочет полезть за мной. Зашли сейчас в ресторан, а здесь открытый бассейн до сих пор работает. Если бы мы знали, то взяли бы купальники с собой. Оскар теперь так хочет покупаться, а не получится. Здесь также открывается очень красивый вид на город. На балконе вода. Да, на балконе вода получается, да? Красиво, да? Блин из гречневой муки принесли. А Андрей что заказал? А, кусочек тортика, да? А Оскар что заказал? Пасту с томатным соусом. Кстати, вот эти блины очень вкусные. Здесь внутри обжаренные овощи, сладкий перец, кабачки, баклажаны, сыр, фета и еще грецкие орехи. Все это полито томатным соусом, как вы видите. Вообще такая вкуснятина, дома хочется такое приготовить. И плюс к этому ко всему овощной салат. Вот, как видите, женщины следят за фигурой, а мужчины увлекаются тортиками. И Оскару наконец-то принесли долгожданное мороженое. Мороженое называется «Пчела Майя». Смотри, попа одна торчит. Смотри, как смешно, да? Поплыла. Беги за ней. Как здесь красиво. Хотела просто поснимать эти шикарные дома. Такое ощущение, что ты где-то на курорте в Монако. Нам настолько понравился Висбаден, что мы поняли, что мы не в том городе живем.